друзья, всем привет! На улице уже осень, а мы все лазаем по деревням. А сегодня мы с вами находимся в деревне Милодино, это у нас Углический район, Ярославская область. А дом, который будем смотреть за моей спиной, ранее был уже на нашем канале, но так случается, что некоторые дома просто, ну, по ряду причин люди продают второй раз, и вот этот дом как раз это его случай. Но вместо того, чтобы сослаться на старый обзор, мы решили записать его вновь. На наш взгляд, предыдущий обзор был не такой подробный, как мы планируем записать сегодня. Ну а как у нас получилось, судить нашему дорогому зрителю. Поехали. На улице далеко не май месяц. И довольно уже зябко, поэтому предлагаю пройти в дом, а потом походим по улице. Я сразу захожу в теплую избу, так как, еще раз повторю, на улице холодина. Значит, ну если серьезно, друзья, в общем, я нахожусь в основной избе. Это у нас так называемая теплая часть, зимняя часть. Дом, наверное, как можно заметить, довольно небольшой. Значит, в избе всего лишь одна комната. Вот она. То есть одна комната стоит, вот две кровати, стол. И вот предметы вот такого интерьера. Это вот советская стенка. Наверное, во многих советских семьях была данная мебель. По-моему, даже у моих родителей. Значит, деревенский шкаф. Вот такая вот, кстати говоря, здесь атрибутика, это антенна. Антенна, которая идет от приемника Рекорд. Крутая техника на самом деле. Бывает, что она встречается в деревнях не так часто, но тем не менее встречается. Поэтому раритет уходит вместе с ней. Значит, на что хочу обратить внимание. Сейчас мы пойдем на кухню, я покажу вам, чем отапливается данный дом. Но пока находимся в комнате, хочу обратить внимание, что здесь вот такая вот стена. Это стена печи, которая при нагревании, при растопке отапливает и комнату, и кухню. То есть вот эта вот стена, она по сути становится теплой. На мой взгляд, это очень здорово. Тем более, что когда речь идет о печке. Ну вот это та самая печь, о которой я говорил. Значит, в принципе, печь полностью рабочая. Все у нас здесь открывается. Вот тут даже лежит сырье для растопки. Задвижка. Или как она правильно называется? Вьюшка. Значит, единственное, вот такой вот здесь вот немножко нюанс. Это замазана глиной. Видимо, были какие-то трещины. Но на работу печи это никак не влияет. Максимум, что просто не так как бы красиво, эстетично, как хотелось бы. Значит, здесь есть у нас плита при нагревании печи, при растопке. Вот эта часть нагревается, то есть можно здесь готовить пищу. Вот. И духовой шкаф. Аналогичная система. Печь греется, шкафу духовом тоже греется. То есть ей осталось только поставить туда горшок с рисовой кашей или гренку. Значит, по водоснабжению, значит, колодец у нас общественный на улице, откуда мы начинали съемку, ну, где-то метров, наверное, 20 от дома, то есть, но он общественный, повторюсь, то есть воду придется носить в дом. Наливается вода вот сюда, умывальник, здесь у нас слив, то есть это придется воду каждый раз выносить, но... Цивилизация еще не добралась до наших русских деревень, поэтому приходится приспосабливаться к ее условиям. Газовая плита подключается, то есть к ней подключается газовый баллон. То есть, ну и собственно готовят на плите, ну, либо в печке. И хочется отметить, что несмотря на то, что изба вот, ну, вроде бы не такая большая, благодаря тому, что лежит чистый линолеум на полу, поклеенный вот такие светлые обойки, в комнате потолок вообще обклеен плиткой, то есть такой светлой пенопластовой плиткой. То есть
дает это ощущение какого-то, вот, не знаю, уюта, что ли, какого-то светлого дома. Вот именно создается впечатление именно такое. Друзья, я нахожусь в сенях. Значит, это холодная часть в русской избе. Ну, холодная она, потому что не отапливается. Вот слева это веранда, пристройка, на которой есть несколько комнат. Вот, в частности, в нашей пристройке здесь две комнаты. Вот, они обе неотапливаемые, так как, ну, по сути, выполнена сама постройка из досок, то есть каркасная как бы структура, не каркасная технология. Ну да, выполнена она из досок, то есть как бы каркасная пристройка, поэтому, собственно, наверное, даже она не утеплена. В отличие от нашей вот избы, в которой мы только что были, она бревенчатая, то есть, ну и, как я уже сказал, называется зимняя часть дома, то есть теплая. Предлагаю подняться на чердак, посмотреть, что происходит там. Ну и дальше пойдем. Продолжим нашу экскурсию. Чердак довольно-таки скромный в размерах, но тем не менее здесь была жизнь, судя по вот таким вот картинкам, по детским поделкам, можно понять, что это излюбленная комната младшего поколения дома. То есть да, здесь будут дети, вот, наверное, девчонки здесь играли, стоит такая коляска интересная. Такая уютная комнатушка с окошком по центру. Давайте теперь посмотрим, что у нас происходит на чердаке, то есть я имею в виду его техническую часть. В принципе, по самому дому я заметил, что дом довольно-таки в неплохом состоянии, то есть дом нормально сохранился, то есть, ну, неплохо, то есть за домом следили, что, на мой взгляд, ну, видно даже по чердаку. Вот, например, я смотрю, что вся стропильная часть, обрешетка, то есть все в хорошем состоянии. В принципе, вот, ну, есть вот какие-то здесь такие вот темные части, но опять же это все сухое, то есть здесь ничего не течет. Возможно, когда-то были какие-то следы, может быть, сырости, но все это вовремя устранялось. Так, в целом, никаких протеканий, подтеков, еще раз повторюсь, даже если они были, то это все вовремя хозяева дома устраняли. Труба печная. Тоже вот видно, что подмазывали глиной. Какая-то вот здесь вот, ну, примыкание, это вот, ну, так называемый боров, что ли, входит в основной дымоход. Вот есть немножко вот как, ну, не знаю, именно примыкание самого замазывали глиной, но опять же думаю, что на работу печи это никак не влияет, хотя были, конечно, в практике случаи, когда происходило поддымление в этих частях, но опять же это нужно уже устранять по факту эксплуатации. Так, я над двором, то есть здесь вот я могу видеть даже вот сам хозяйственный двор, то есть основная изба вот она здесь заканчивается. Ну, чердак, как и сама изба, небольшой. Это вот продолжение чердака над хозяйственной частью. И здесь то же самое, стропильные элементы в полном порядке, равно как и обрешетка. Здесь вот, в отличие от избы, подкровленный материал, по-моему, рубероид. Да, так и есть. Но доски здесь вот просто навалены, точнее даже, наверное, это стройматериал какой-то. Вот. Но я вот рискну на них вступить. Надеюсь, что не провалюсь. Сами вот подстропильные лаги тоже самое, как бы в отличном состоянии. Здесь вообще вместо бревна брус 150 на 150. То есть как бы дом еще раз
скажу, что в довольно неплохом состоянии. Так, ну все, в принципе, здесь нас больше ничего не интересует. Все мы здесь увидели, посмотрели. Еще раз вот напоследок покажу вид детской комнаты на чердаке. Мечта детей. В деревне иметь такую комнату. Спускаемся вниз. А следующий этап у нас подполье. Я туда ныряю, и вы за мной. Так, ну здесь, в принципе, особо не разгуляешься, так как подполье небольшое. И я так понимаю, что мы находимся под сенями. То есть это подполье, которое под сенями, под избу. Там, как вы поняли, что мне туда не попасть, то есть там закрыто все линолеумом. Но то, что есть, мы покажем. Значит, здесь у нас кирпичный фундамент. Собственно, как и под всем домом. Вот именно такая вот лента. Значит, доски, половые доски, в принципе, в неплохом состоянии. Единственное, что какое-то здесь вот что-то такое масляное. Видимо, в свое время пролили масло, и до сих пор оно здесь так и есть. То есть это вот плесень. Знакомьтесь. Откуда здесь взялась, непонятно. Именно вот под этой частью стены. То есть и вот та вот половая лага. То есть тоже в плесени. Видимо, недостаточно воздуха. То есть вот такие вот здесь продухи. Довольно-таки как бы маленькие. Но я имею в виду, что конвекции воздуха, скорее всего, нет, и поэтому она образовалась. Хотя в остальном все подполье сухое, то есть этой плесени нет. Вот единственное, в одном месте где-то вот, вот здесь вот оно почему-то образовалось. Ну все, я сижу здесь на корточках, уже затекли ноги, поэтому вылезаем обратно. Я на участке, участок площадью 9 соток, по всему периметру участок огорожен забором. Участок довольно-таки ровный, в принципе, особых насаждений на участке нет, за исключением вот нескольких яблонь. Одна из них соседская, но ветвями склоняется на наш участок, значит, она тоже наша. А в целом дом, как и вот, кстати говоря, хозяйственный двор, на который я завязал из чердака, все стоит вот на таком фундаменте. То есть, ну, фундамент — это кирпичная лента, точнее бетонная лента, и вот поднято несколько рядов белого силикатного кирпича. По фундаменту есть вот продухи, то есть конвекционные окна для именно конвекции воздуха, но довольно-таки они маленькие, то есть они, может быть, их недостаточно, потому что вот, как мы видели, в подполье образовалась небольшая плесень. Возможно, что от недостатка вот этого, вот этого вот попадания воздуха, вот этой конвекции. По дороге зайдем на хоздвор. Посмотрим, что он из себя представляет. Но мы его видели уже сверху, с чердака. То есть. Но двор, в принципе, не в том классическом понимании, как он вот есть в деревнях. Это всего лишь хозяйственная какая-то сарайка. Здесь вот стоит ящик, хозяйственный ларь. То есть, ну, различный хлам. Там старые какие-то вещи, инструменты. То есть, ну, по сути, здесь как бы именно вот как сарайка для хранения инвентаря. Для других целей, я не знаю, ну, может быть, как дровяник разве что использовать. Скотину здесь держать точно не будешь. Друзья, значит, в нашем объекте есть некоторые нюансы, о которых хочется сразу сказать. То есть земля, на которой стоит баня и вот этот вот гараж, значит, она не в собственности, как вот участок, на котором стоит дом, а стоят они на земле общего пользования. Между ними вот есть пожарный проезд. То есть и по большому счету, как бы оформить их вот как-то в собственность
ну, это не сделать, то есть, да, это, наверное, и не нужно. Потому как так исторически сложилось уже, наверное, с середины прошлого века, что пользуются баней и гаражом именно хозяева этого дома. Ну, как строили они его сами. Пойдем посмотрим, что они себе представляют. Наверное, начнем с гаража. Гараж для, ну, наверное, автомобиля. Ну и по сути можно использовать для каких-то своих целей. Там, не знаю, мастерская, там, или опять же, кто-то там древний. Вполне послужит это строение как раз для этих целей. И баня. Баня у нас состоит из предбанника и из предбанника и вот, значит, самой парилки помывочной, то есть где вот можно будет раз в неделю по традиции приходить и стапливать настоящую русскую баню. Кстати говоря, бревна в бане, вот я обратил внимание, что вот снутри, что снаружи, в очень хорошем состоянии. И они гораздо моложе и свежее, нежели вот сам дом. Хотя, опять же, дом, в очередной раз повторюсь, что довольно-таки в неплохом состоянии. Здесь баня стоит на бетонном фундаменте. Кстати говоря, вот эти цифры на бревнах говорят о том, что баню перевозили. Откуда-то где-то рубили, собирали, то есть уже вот как бы из имеющихся бревен, то есть которые нумеровали при перевозке. Туда дорога идет к реке, от дома до реки, ну, буквально, наверное, 200 метров, речка Звениха, как раз в этом месте запруда. Как уж ее сделали искусственно или природа сама как бы постаралась для этого, неизвестно. Но тем не менее запруда довольно-таки хорошая, речка небольшая, но именно вот в этом месте эта запруда позволяет как бы даже плавать на весельной лодке. То есть ловить рыбу, купаться. То есть, в принципе, большой плюс, на мой взгляд. Этот, про баню хотел у вас спросить. Вот баня-то это получается ведь не на нашей земле, да? Не. Она... Так он ничего не говорит. Ничего, пускай Бог стоит, да, и все. Да. Павлами ставим. Ага. И гараж не на земле. Ну вот ваша так как забором, обнесено, то есть получается, да. Это вот и есть как бы граница. Гараж на его земле стоит. Но он не против. Вроде. Угу. Ну, пока не против. Когда ну, станет против, будет поздно. Нет, вообще мать отдавала. А, мать отдавала, то есть, а он как бы... Она умерла уже. Угу. То есть... А по колодцу не подскажете, водичка, как у вас? Нормально. Питьевая, да, вон колодца? Там. А это у вас колодец, да, свой поставили? Свой, да. А что этот его не устраивал тот колодец? Нет, просто, наверное, чтоб в дом заводили, да, воду? Да, да, ну. Дом горячий, холодный. А, да, все сделали уже. Конечно, чтобы было все. Да. Понятно. Проведем. Я понял. Так, ладно. И хотел у вас спросить это, по вот это, рыбу-то не ловите? Я не рыбак. А, я охотник. Ясно. Нет, и не охотник, не рыбак. Все понятно. Ясно. Да. Ну как бы это, там. Ты там а рыбу... караси клюют и розаны. Ясно. Да там рыбы. А больше не хуя. Надо, не надо. Ну там да. Больше для того, чтобы воду поливать, да? Вот так вот. Да. А ты меня раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. 10 шагов от участка до колодца, по большому счету. Общественный колодец, о котором мы говорили ранее. Вот он, с хорошей питьевой водой. А, кстати говоря, кто-то даже запустил трубу и берет воду из этого колодца прямо к себе в дом насосом. А, вода действительно неплохая, мы ее пробовали. Но сосед поступил более
кардинально, то есть он выкопал у своего дома собственный колодец и завел воду именно уже из своего колодца. Вот. При наличии возможностей, то есть можно сделать то же самое и в нашем случае. Вот. Но на данный момент вот, как бы, хозяева дома пользовались этим колодцем. В принципе, если для дачи, то я думаю, что необходимости в этом нет, заводить воду в дом. Вот. Но, к слову сказать, что по деревне проходит водопровод, подается вода водонапорной башней. Вот. И по большому счету также можно эту воду подключить, то есть она в принципе подведена, единственное, что там нужно некоторые там технические работы провести, чтобы запитать именно систему водоснабжения как раз в дом. Ну вот, наверное, и все. Несколько слов по деревне, то есть это вот тоже, что бросилось в глаза, как только заехали в деревню, это вот какая-то светлая деревня, вот прям вот, я не знаю, нет заброшенных домов, все дома жилые, за исключением вот одного дома, который у колодца, то есть дом, видимо, уже отжил свою жизнь и ждет, когда его уберут. Наш дом пока еще живет, ждет своего хозяина, надеюсь, что он его найдет, ну и наши обзоры в этом помогут. Друзья, всем добра, хорошего настроения, до новых встреч!